Белорусские аграрии убирают кукурузу на семена. Уже намолотили почти 90 тысяч тонн. Показатели выше прошлогодних. В этом сезоне сельхозпредприятия делают ставку на отечественные сорта культуры. Растения нашей селекции доказывают свою жизнеспособность и перспективность. В стране увеличат возраст доноров для сдачи крови с 60 до 65. Планируется внедрение современных технологий для повышения безопасности компонентов. Расширится перечень ограничений. При этом по-прежнему останется выбор получать за это деньги или помогать на безвозмездной основе. В регионе за 8 месяцев этого года свое дело с помощью госсубсидий открыли 139 человек. Половина из них – женщины. Все они прошли обучение основам предпринимательства, предоставили бизнес-планы. Сферы разные – от строительной до транспортной. Наиболее популярное направление – ремесленничество. В Могилевской области с начала года сгорели 40 машин. Частые причины – короткое замыкание, курение в салоне, утечка топлива, масла и их попадание на разогретые поверхности двигателя, а также неосторожность при ремонте. Самые эффективные способы тушения – порошковый или углекислотный огнетушитель. Волонтеры БРСМ оказывают помощь ветеранам, участникам Великой Отечественной и пенсионерам. По заявкам доставляют лекарства и продукты. Обратиться можно по телефонам горячих линий, которые вы видите на своих экранах.